мы представляем главное предложение только сегодняшнего дня в прямом эфире на телеканале Shop&Show. Именно сейчас, именно сегодня, когда бренду Artrade исполняется 3 года, это ободок на голову Artrade. Самый любимый, который помогает нам, если у нас болезни мигрени, если у нас характер такой, да, как инсульты, когда вы чувствуете вот прединсультное состояние, если мушки в глазах, если у вас очень сильно изменяется давление, вы встаете резко, вам плохеет, и вы не можете понять, где вы. Для вас в качестве профилактики, в качестве лечения сегодня ободок бренда Artrade. Тем более сейчас, когда каждый день мы слышим, и молодые, и взрослые люди страдают, конечно, не только головной болью и мигренью, но и инсульты. К сожалению, вы видите сейчас статистику, гемологический инсульт. Сегодня, кстати, мы представляем вам ободок бренда Artrade с бесплатной доставкой. И что же такое микросферы? Почему бренд Artrade так популярен у нас на телеканале? 56 тысяч новых телезрителей только за последние несколько месяцев. Сегодня рассказывает арт-терапевт, психолог, невероятная, наша любимая волшебница Светлана Крисько, благодаря которой мир знает про микросферы. Светланочка, здравствуйте. Благодарю. Итак, микросферы. Не устаю об этом рассказывать. Это всего лишь малюсенькие шарики, которыми наполнены внутри вот эти части. Сверху это чехол, а вот эта часть, вот она и есть самое главное. Почему сделаны чехлы? Ну, естественно, что у нас на лбу, это же потное у нас всегда место, будет пачкаться, и чтобы само изделие не пачкалось, а чехол не проникает жидкость через этот чехол. И поэтому вы спокойно стираете чехол, но лучше вручную. И вот саму вставку вы кладете теплое место на батарею или летом на подоконник, на балкон, на свежий воздух или на что-то натуральное, предположим, шерстяной плед или деревянный стол. То есть просто это изделие сбросит заряд плюс, который берет у нас из крови. Так вот, эти стеклянные шарики делаются из натриево-боросиликатного стекла. Это стекло сначала выливается, а потом взрывается. При взрыве оно превращается вот в такие шарики от 20 до 200 нанометров. Почему очень важен размер? Потому что именно в этом диапазоне наше инфракрасное излучение. Так вот, там буквально найдется обязательно тысячи шариков только ваших индивидуальных. Причем имейте в виду, что каждый человек имеет именно свою вибрацию, свою индивидуально неповторимую, причем никогда не рождалась и никогда не будет. И это входит в этот диапазон. Поэтому здесь ваше индивидуальное излучение попадает в этот шарик, проходит через внешнюю стенку, а шарики пустые внутри, отражается затем этот лучик во внутренней стенке и выходит обратно. И вот это очень важно, потому что когда ваше излучение попадает и выходит абсолютно таким же, каким вошло, это называется стоячая волна. И вот стоячие волны обладают уникальным качеством. Они восстанавливают все наши поля. Эфирное, астральное, ментальное, казуальное и так далее. То есть оттуда, именно оттуда к нам спускаются болезни в физическое тело. Раньше мы об этом не знали, теперь знаем. Так вот, если там все в порядке, то и физическое тело отражает, что в порядке на тонком уровне. Вот этот ободок маленький, но он совершенно уникальный. Например, один раз я сняла гипертонический криз женщине вот этим ободком. У нее он начался, и она с собой не взяла никакие лекарства. Шла презентация. И я просто ее посадила, сказала: успокойтесь, сядьте, наденьте, положите вот этот ободок вот так. Так. И 15 минут она сидела в этом ободке, я рядом стояла, наблюдала. Через 15 минут у нее нормализовалось давление, и она весь вечер провела с нами, пила чай и пешком пошла домой в прекрасном состоянии. Так вот, те, у кого проблемы сердечно-сосудистой, вот этот абсолютно необходимый ободок. Только спокойно
попробуйте и поэкспериментируйте, и вы увидите, как он поможет. Ну, молчу уже о головной боли. Это просто самое любимое мое занятие. Приходит человек и говорит, что у него болит голова. Я говорю, ну, оденьте вот эту полосочку. И продолжаю с ним разговаривать, объяснять, заниматься. Ничего не говорю. Через сколько-то там минут, минут 15-20, он говорит, послушайте, голова проходит. Да, голова проходит. И я более того скажу, у нас были ранние эфиры, и как-то вот бессонница была. Я надела ободок, и буквально 15-20 минут действительно проходит голова. Я вам более того скажу, у нас зуб болел у нашего коллеги. Он приложил, и даже прошла зубная боль. Да, без нестероидных противовоспалительных. Вот так, поэтому, можно одеть. Если вы сейчас смотрите наш эфир, я хочу сказать, бренд Артрейд в Евросоюзе признан как медицинское изделие, есть сертификаты, 3 года сотрудничества на нашем телеканале, нет противопоказаний, помогает, сегодня с бесплатной доставкой на любой заказ, и самое главное, что раньше эти технологии были засекречены, а сейчас они есть у нас в перинатальных, ожоговых центрах, их знают и любят, и я хочу сказать, что сегодня все можно заказать с бесплатной доставкой, это шейный бандаж, это универсальная повязка на колено, на локоть, это сегодня наши ботиночки, индивидуальная повязка, это сегодня обязательно поясничный пояс, который я надела и на грудь для сохранения именно молочной железы, поэтому для каждой телезрительницы сегодня есть возможность. И не просто так я сижу, показывая сейчас на стул, что есть также подушка-сидушка, которую вы можете для себя выбирать и в автомобиле, и домой, если у вас урологические проблемы, если геморрой, если недержание, обязательно выбирайте и для мужчин, и для женщин. Сегодня микросферы одна покупка на всю жизнь для вас. Пожалуйста, будьте здоровы и верьте. Еще раз повторюсь, в Евросоюзе признан как медицинское изделие бренд Артрейд. С брендом Артрейд на наш телеканал пришло уже более 1 000 000 телезрителей. 56 тысяч новых телезрителей только за последние несколько месяцев. И это все бренд Артрейд. Чем больше бренда Артрейд, тем здоровее нация. И, конечно, благодаря нашей любимой Светлане Крисько. Бренд Артрейд. Главное предложение дня. 1549 рублей. Без противопоказаний для каждой телезрителя и телезрителя.